Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток. Продолжаем проходить Rage 2. Идем мы к мэру, возвращаемся в источник. Собственно говоря, двигаемся непосредственно по сюжету. Игра плавно подходит к концу уже. Так, так, так. К мэру быстрее, скорее. Бежим. Она нам сейчас что-нибудь расскажет. Не так много заданий, собственно говоря, вот задание у мэра. И вот на этой территории еще пару заданий повыполнять. Тут второстепенные миссии и, собственно говоря, сюжет. Доехали. Говори кратко. Кратко, сестра талантов. Узам. Филтритовый сердечник у меня. Мы, наконец, сможем запустить танк-хищник. Ну как вам, ребята? Ксеркс третий. Нормально. Уокер, хорошая новость. Хищник хороший аппарат. Готов к бою. Прекрасная и смертоносная машина. Осталось всего одно дело, последнее. Найди доктора. Так, так, накинули еще задание. Ну что, опробуем, друзья, мы эту машинку с вами. Тем временем, что за задание накинули, мне интересно. Вижу только два пока. Ну, на карте как бы больше ничего не вижу. Ну, это сторожевая башня. Ладно, собственно говоря, давайте сюда вот и отправимся. Будем двигаться по сюжету, а там будет дальше видно. Найти, убить, как всегда. Надрать всем жопы, собственно говоря, такой сюжет в игре. Но очень бодрая игрушка. Активный экшен. Так, торговцы. Ну вот можно еще к торговцам заскочить. Побанчить. Продай хлам. Хлам скинуть всякий. Прелый запах хлама. Нет в мире лучше аромата. Так, хлам скинули, уже отлично. Так, мясо. Просто сложи туши здесь. Не вопрос. Нормально набрали туш. У нас, в принципе, денег 5000, это очень даже немало. Можно лихо чего накупить. Сейчас быстренько пробежимся по всем торговцам. Все для убийства, выбирай, рейнджер. За купон патрончиками пригодится, все пригодится. Постарайся выжить. Все, спасибо вам. Ну а мы выдвигаемся. Так, с тобой я еще, помню, разговаривал. Служить. Распознан, постоянный клиент. А, все, бабок нет. Ладно, все потратили, мы молодцы. Выбираемся из источника. Ищешь кибердоктора? Полагаю, тебе удалось добыть необходимые материалы? Да материалы-то я добыл. Давай-ка затариваемся. Советую найти побольше. Это все для прокачки пригодится. Так, ну что, по источнику пошныряли. Давайте выбираться отсюда. А вот и наш ксеркс стоит. Ух, машина серьезная. Знаете, он раза в три больше, наверное, чем наша машинка, на которой мы, собственно говоря, ездили все. Но он очень медленный. Но убойной силой обладает нехреновой. Так, лады. Давайте быстренько сюда. Быстрое перемещение, и отсюда уже начнем как бы наше движение на ту локацию, где нас ждут два задания. Пока игрушка грузится, друзья, напомню, не забываем подписываться на канал, прожимаем колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видео.
Ну а ссылочки на группы, все видосики в описании. Переходим, там много чего интересного можете для себя найти. Так, 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 на выбор у нас здесь этот, я хочу Ксеркса. Друзья, где наш Ксеркс третий? Почему-то не могу его вызвать. Ну ладно. О, держи на газ. Есть и наша машинка. А газовать мы будем, друзья, вот сюда куда-то примерно. Довольно-таки длительная поездка нас ожидает, но там мы постреляем. Там очень много заданий. То есть в этой серии мы займемся зачисткой вон той локации. Собственно говоря. Блять, управляемость, конечно, авто так себе. Тем более дорожка здесь изрядно не очень удобная для езды. На Ксерксе мы вообще, наверное, не прощемились бы даже здесь. Но Ксеркс очень серьезный танк, друзья. Это конкретно уже танк. Это там у него очень мощное оружие. Я не знаю, кто это, но это опасный противник. Я таким еще не сталкивался, знаете, вот я сколько играю. Я не видел таких. Опа. Раздавили. Как на какашку наехали, бэ. Не, довольно-таки бодрый шутер, я всем советую обязательно в него сыграть. Действительно доставляет ему удовольствие. Ну, между собой какие-то там дебильчики стреляются, что-то, ну, они нам, собственно говоря, вообще не нужны. Второстепенные эти какие-то, даже не второстепенные, они, ну, ни опыта, ничего, я не знаю, для чего они. Просто как декорация сделана. Выехали на большую дорогу, можно нажать нитро. Ну да, разработчики пытались оживить этот мир, немного сделать его разнообразнее. Опа, сторожевую башню приперли. Друзья, приперли сторожевую башню. Я даже не знаю, давайте попробуем, конечно, ее всадить, но это будет тяжело. Хотя бы для начала. Для начала мы восстановим машину. Ну а теперь поехали. Но очень мало, конечно, у нас шансов ее убить. Сторожевая башня — серьезный противник. Почему-то она никак не реагирует на нас. О. Так, есть. Первую штучку мы ей отняли. Всего три у нее. Если успеем вторую отнять, будет хорошо. Я перегреваюсь. Ты уж извини, мне нужно передохнуть. Так, успели. Системы восстанавливаются. Включен безопасный режим. Нужен ручной ремонт. Походу уничтожили все-таки машину. Ладно, покидаем ее, восстанавливаем здоровье. Надо сваливать, сваливать, сваливать. Начинай ручной ремонт. В принципе, у нас есть форсаж. Можно попробовать его на форсаже размолотить. Вот и все. Мы с ней разделались, друзья. Очередная сторожевая башня повержена. Системы восстанавливаются.
Да, это было не совсем просто. Мы даже погибли. Пришлось использовать форсаж, но сторожевая башня вынесена. Можно продолжать дальше движение. Пустынные локации. Интересно сделано, есть такие более оживленные лесные какие-то. А это вот именно пустыня, здесь видно каньоны. Ну, хорошо. Сторожевая башня не будет нам теперь мешаться. Вот тут интересное место. Я прям чувствую, что именно сюда нам не надо. Ну, приехали. Что, никто меня не встречает даже? Можно нахвататься заданий. Наконец-то. Я атомный молот из бессмертных саунов. Мне пора. Эй, сейчас быстренько наберемся. Слушай, задание еще. Я пыльная Анна. Шпионю в этом районе. Так, здесь торговец. Не бойся, заходи, мы открыты. Это торговый. Задание, да. Там жуткий халк и красный крах. Это бессмертные саваны. Они на... Клиент хочет выйти. Тут он грушу колотит. Здесь что, типа барчика что-то. Ну тоже, да, иди торговец. Сюда. Сейчас будет пойло. Ты гляди, настоящий рейнджер. Ох, сколько ну, тут всяких интересных штук. Да, друзья, вообще в игре контента очень много. Задания, да, немножко однообразные. Куда-то пришел, кому-то надрал жопу, но скучать не заставится. Так что, где там надо идти? Все, пробежались по этому местечку, открыли новое место на карте. Оазис, вот он, собственно говоря. Сюда можно делать будет быстрые переходы, что очень даже радует. Ну, поехали тебе на задание. То есть на каждом куске карты есть вот такое местечко, в котором можно быстрые переходы делать, что немножко упрощает передвижение по карте. Так, торговец, еще один. Называй меня смертью, кричащий пришелец. Потратили последние гроши, закупились патронами. Почему я не могу Ксеркса вызвать? А, нету денег. Ни хрена, походу, нету денег, чтобы вызвать его. У тебя есть достойные меня задачи? Честь и смерть. Что ты, короче, ерундой какой-то занимаюсь, если честно. Сто нужно на Серкса. Пошлите что-нибудь продадим, тут много торговцев. Я покупаю и продаю. Рада, что ты поддерживаешь торговцев. Вообще не вопрос. Позволяю. Все. На Ксеркса точно хватит. 200. Должно было быть 100. Во. Ну-ка, сейчас мы на нем лихо прокатимся. Какой он неповоротливый. Поэтому, друзья, поездка займет немножко дольше времени. Но едем рвать жопу. У Ксеркса только одно оружие. Но урон у него нехилый. Я у лаборатории генетики в море Дюн. Очень хорошо. Слушайте, я просмотрел старые протоколы.
В случае кризиса правительство планировало ставить опыты на уроженцах Ковчега, как на крысах. Не могу сказать с полной уверенностью, но, возможно, именно туда доставили людей из Винланда. Тогда мне надо спешить. Нельзя терять ни... Стоп. Вы опять? Да. Сторожевая башня правительства. Так, почти добрались. Почти добрались, друзья. Бля, какой он, конечно, ксеркс этот очень медленный. Движение на нем не особо доставляет удовольствия. Я думал, мы сейчас приедем и устроим тут им геноцид. Сторожевые башни правительства. Я на месте. Так, живые есть? Кто там еще? Все, ладно, надо покидать ксеркса. Потом разберемся. Вперед. А это войны правительства, да? Да, бежать. Док, получилось. Я внутри. Чудесно. Тогда ищите хранилище ДНК. И может быть людей из Винланда. Может быть. Открывайся. Сим-сим, откройся. Чик. Патрики. Ну мы, в принципе, патроном нормально заряжены. Дробовичок, вперед. Намечается неплохая передряга у нас, друзья. Тут раз правительство, значит, можно и на мутантов каких-нибудь потерых увидеть. Так, сделаем себе небольшую инъекцию, чтобы быть готовым к сражениям. Сейчас быстренько наберем форсаж. Очень тихо. Даже крайне подозрительно тихо. А, ну вот, как бы вспомни только. Говорю, тихо, и туда не прилетели. Так, я тебя вижу. Ну, у нас есть вот эти прикольные навыки, кстати, очень упрощают рывок. И прыжок, они, конечно, массово уничтожают этих. То, что не успеваем делать с дробовиком. Вон они, вон они. На, лети. Защищаем локацию пока. Вот это вот очень напоминает сильно игру Doom, друзья. Вот дробовик, вот такая вот космическая обстановка. Где ты ночкуешься, предатель? Док, они здесь. Как вы и сказали, тут много людей из Винланда. Живых. Да, я так и думал. Их биомассу используют в проекте долголетия. Вам нужно вытащить их оттуда. Если не сможете, убейте их всех. Они слишком полезны для нашего врага. Вы правда думаете, что я так поступлю? Для суперученого вы глуповаты. Алло! Алло! Связь пропадает! Если не сможете спасти, тогда убейте их! Алло! Это Рейнджер! Живой Рейнджер!
Ага! Рейнджеры прибыли! Живой рейнджер прибыл, давай бомбить. Ну, конечно, мы их убивать не будем. Мы однозначно будем их спасать. Даже не обговаривается. Прибежали, надрали жопы всем и спасли людей. Так. Дорожка, дорожка, ищем проход. Почему-то тупик. Очень странненько. А, вот, вижу. Надо вниз было переместиться. Спрыгнуть вниз. Патроном пока у нас неплохо. Ну, прям вот арена. Однозначно сейчас вылезет. Переключаемся между оружиями, ставим на коленку его. Все, выносим. Бежать. На раз-два надрали запенитому мутанту. Но я сразу сказал, очень похоже на арену. Здесь кто-то должен был выскочить. Обязательно. Это все. Типа всем спасибо. Так, не вижу прохода дальше. А, это лифт. Извиняюсь, я думал, тут где-то дверь откроется. Нет, это лифт. Сейчас мы поднимемся выше и вперед. Нас даже никто не встречает. Не выпьешь из меня сух. Нет. Есть тут кто? Эй, я вас вытащу. Пошли спасать. Хочешь выпить меня, да? Пока не пойдет. Как пооткрывать им эти решетки? Прямо изюминка. Патроны, патроны. Просто что делают у них в камерах патроны? И это разработчики что-то херню какую-то сморозили. Ладно, поныкались. Не, прыгать не стоит. Я почему-то процентов на 80 уверен, что это не туда нам. Эту штуку мы сделали. Так. Друзья, что нам здесь нужно? Дошли до какого-то полутупика. Зачем мне накидывать сейчас задание это? По идее, тут лифт должен быть. Ну, логично, если подумать. Ты вызываешь лифт, он приезжает, все. Ладно.
Давайте вернемся. Просто еще в этой игре вот бывает нюанс, что где-нибудь какой-нибудь мутант, там этот пустынник, блядь, не знаю, заныкается. И пока ты эту гадость не найдешь. Ну, я думаю, что это не этот случай. Однозначно. Здесь просто что-то, где нужно найти проход. Ладно, пошлите искать. Так, ну вот этот вариант. Мы здесь все оббегали, блядь. Ну реально, я все оббегал. Я же не думаю, что просто игра лаганула, бля, и не приехал лифт, грубо говоря. Ну вот просто, честно, у меня нету комментариев, я не могу понять. А, ну вот. Пипец. И что? Типа надо спасти их всех просто. Жесть, вот это я лошарик. Ну, так протупить в этом месте. Рейнджер? Ты Рейнджер? Да, так точно. Что они с вами делают? Они увозят нас, одного за другим, в красную дверь. О, Господи, я следующий. А что там? Они отводят всех в красную дверь. Все уходят на красную дверь. Никто не возвращается. Пока. Ну, пока, да. Красную дверь. Все уходят в красную дверь. Где эта красная дверь? Бля, ну игра линейная, чё они тут выдумывают, велосипеды какие-то. Ну, красная дверь, они уводят красную дверь. Я это понял, где эта грёбаная красная дверь? Так, ладно, непонятно, блядь, вот это застряли. Пошли обратно, я не знаю, ну, варианты какие. Собственно говоря, вариантов-то нету, куда идти. Раздраконим это задание, потом пойдем песчаного червя высекать. Но всему свое время, блин. Где эта дверь красная? Куда, блядь, идти? Тут некуда больше идти, кроме как сюда, блядь. Уходи отсюда. Выйди там, откуда я пришел. Я разберусь.
Ну, тупой, ну... А если на этом прокатиться? Была не была? Пипец, блядь. Нужно было залезть в какую-то капсулу, сесть в нее и прокатиться на ней. Вообще просто супер-пупер. А, ну вот и красная дверь, собственно говоря, которая, про которую говорили. Все уходят за красную дверь, все уходят за красную дверь, ну. Док, вижу тут что-то жуткое. Кажется, именно здесь создают клонов, о которых вы говорили. Для проекта долголетия. Да, мои предположения снова оправдались. Вам нужно найти образец ДНК генерала и принести мне, чтобы я мог положить конец этому безобразию. Иду внутрь искать образец. Да. Ну, опять же, здоровая арена. Я думаю, что ДНК генерала нам так просто никто не отдаст. Ну, сейчас посмотрим. Идет карт-сцена. Никчемный протеже покойной Эрвины Браули. Ее убийство не принесло мне удовлетворения. С тобой я торопиться не стану. Буду смаковать каждую секунду твоей боли. Ну, подходи. Опа! Смерть придет с неба! А если на форсаже тебя, братан? Так, я понял. Он сваливает, короче, за этот. Защит. И, типа, ну, восстанавливается, пытается. А мы должны что делать? Что-то в этом роде, наверное. Должны разваливать лучи. Все, после этого он, следовательно, сваливает тоже оттуда. Как ему достается от ракетницы-то. Жир, жир, братан. Так, три луча теперь. Стоп. Бежать, суки. Тут без мата никак, просто. Еще один луч, где ты? А, вон, прозевался. А я вот хочу трогать и буду трогать. Вот и все. Генерал. Благодаря тебе я выиграл время, глупое создание. Я умру и проснусь возрожденным. Мои планы стали еще на шаг ближе к воплощению. Здравствуй. Добро пожаловать в мир. Мы с тобой еще встретимся. Док. Кажется, мне удалось добыть хороший образец ДНК. Несу его к вам. Ну, башку оторвать-то было вообще самый лучший вариант. Скорее доставьте его мне. В
легко. Так, доставить его доктору Квасиру не вопрос, но это далеко. Друзья, хочу сразу рассчитаться, разобраться, грубо говоря, с песчаным червем. Все это задание у нас на протяжении всей игры мозолит мне глаза. Ну а пока выбираемся из логова этого предводителя, блин, ополчения, я не знаю, типа правительства. Какие-то мутанты, блин, вообще, жесть, ладно. А чё ты молчишь? Я же нажал поговорить с тобой. Ладно. Тоже непоняточка небольшая. Сверху стоял мой танк. Куда он делся? С этим разобрались. Вот сюда. Это именно сюжетное задание, так что их нужно повыполнять. Пускай будет. Так, где червяк этот? Бля, вообще не в ту сторону еду. Червяк где-то там. Сколько, интересно, плюшек надо будет всадить червяку песчаному. С этого очень крутого танка. А вот и он. Мимо. Мимо. Две, да? Две плюшки, три. Ладно. Еще одну. Все. Нам новый транспорт дали, друзья. Прикольно. Броненосец. Приехали, развалили червяка. Все. Собственно говоря, здесь все. Попасть к доктору Квасиру. Это я вижу задание. Ну, вы сами видите, что сколько здесь миссий. Причем, как бы, они не все еще пройдены. Еще есть вопросики, которые, ну, это места второстепенных заданий. Офигеть, сколько контента. Быстрое перемещение. Возьмем сейчас... Не будем брать вот этот ксеркс, очень медленный. Возьмем машинку побыстрее и быстренько отправимся к доктору Квасиру. Что он нам скажет, там, ДНК вот эти... Ну а я жду, друзья, от вас ваш бесценный лайкос. Системы активируются. За малым уже осталось. Еще, возможно, одна серия. Будет, но это не точно, потому что игра уже явно подходит к концу. Мы уже развалили предводителя повстанцев. Это мы повстанцы получаемся, правительство. Но он, типа, не до конца умер. Он хочет быть лучше. Что из этого выйдет, непонятно. Но танк у нас есть. Джекпот. Стоп, где ковчег?
Опа, друзья, вот это дело однозначно нельзя пропускать. Пошлите в ковчег. Объезжать не будем, пойдем напрямки. Ну, довольно-таки много их там. Что, врываемся? Готовы? Невозможно провести досмотр. Рядом источники угрозы. Там чуть-чуть их осталось, тех источников угрозы. Бессмертные саваны. Одни из самых сложных противников в этой игре. Они хоть потому что не обладают какой-то броней. Выковырим сейчас. Обязательно мы их выковырим оттуда. Невозможно провести досмотр. Рядом источники угрозы. Да-да-да-да-да, я иду. Все ближайшие источники угрозы устранены. Пожалуйста, подойдите ближе для досмотра. Наконец-то мы еще нашли ковчег. Очень досмотр классная завершен. Вещь. В ковчеге Господин дают президент, нам наши... Добро пожаловать в ковчег 410-Б. Суперспособности, либо навыки, либо новое оружие. А это именно оружие, друзья. Ну-ка, разберемся. Револьвер прикольный. Краткое обучение. Это револьвер «Огненный смерч». Он эффективно действует на любой дистанции и может поджигать противников. Отлично. Опробуем. Хорошо. Если раз, два, три и... Ну, прикольная вещь. Форсаж револьвера «Огненный смерч» против врагов в симуляторе. Ух, на форсаже он вообще творит чернягу, я хочу сказать, да, вот это крутой револьверчик. Обучение завершено. Заканчиваю симуляцию. Спасибо, зачетный револьвер нам подсуетили. Особенно против сильных юнитов будет вообще зачет. Желаю вам возродить цивилизацию, господин президент. Как я и сказал, против сильных юнитов будет зачетное оружие. Все с вами ясно. Так, дальше двигаемся к доктору Квасиру. Мы немножко отвлеклись, но эта вещь того стоила. Где моя машина? Говорю же, тебе понравится. Блин, тут не очень удобно, на форсаже не ускоришься. Дороги говно, узко. Ну и само управление, видите, так себе у машины. Вообще игра в плане шутера, то есть стрельбы, вот это, ну, зачет, это самый культовый Doom. А вот мир немножко пустоватый, плюс как бы машина вот эта вот, ну, пытались сделать типа Mad Max, наверное, безумного Макса.
игры, но немножко не то. В двух словах, намешали, сделали огненный коктейль, получился Rage 2. Коктейль из неплохих игр. Здесь, грубо говоря, и Far Cry, и Doom, и Безумный Макс. Все до кучи. Опять солдаты правительства с кем-то здесь стреляются. А мы уже подъезжаем. Подъезжаем к доктору Квасиру. Сейчас мы отдадим ему башку этого генерала и все. Стоп. А, ну да, правильно. Едем, едем, едем. Ближе никуда нам телепортнуться не было возможности. Так что вылазь. Очень мощное укрепление. Здесь, конечно, у него пушки такие. Прорваться через них не каждому удастся. Хорошо, что мы типа с ними в дружеских отношениях. Добрались. Посмотрим, что нам дадут эти генные. Надеюсь, штуковины. Это что-то важное, юный рейнджер. Вот он, образец ДНК. Теперь можно сказать, что мы на голову впереди конкурентов. Я понимаю, каламбур тут прямо напрашивается. Однако не спешите гладить себя по головке. Нам еще нужно почесать в затылке, пораскинуть мозгами. Помните, здравомыслие всему голова. Ладно, теперь положите образец в экстрактор. А сам не может такой тип. Итак, я извлекаю ДНК из образца. Хорошо. Вот, теперь сыворотка готова. И она, несомненно, поставит точку в проекте долголетия. Надо сыворотку забрать. Хорошо, забираем сыворотку. Задание предательства выполнено. Все. Типа всем спасибо. Ноги, попрощайтесь с рейнджером. Теперь мне интересно, куда нам дальше. Вроде как все задания повыполняли. Ну, пока я сюжетных не вижу. Лады, давайте выбираться. Собственно, как я и хотел, выполнить те задания, что были. Плюс нам вот накинули еще новую цель. Где? Прикольно. А туда нам лучше всего, наверное, здесь вот есть место, откуда мы можем телепортнуться. Ладно, друзья, в принципе, мы в этой серии побегали, неплохо постреляли. Единственное, что немножко там он подтупил я, бля, с этой красной дверью. Немного не понял, что надо делать. Ну а так все гуд. Двигаемся по сюжету, ну и вот, да,
Финальное задание, видно будет кинжал. Сюда мы уже отправимся, собственно говоря, в следующей серии. Единственное, что можно будет подъехать поближе сейчас. Чтобы уже ринуться в бой, грубо говоря, сразу. Уокер, все готово. У тебя, наконец, есть все, чтобы помериться силами с правительством. Я отправляюсь, Лили. Я покончу с этим раз и навсегда. За Проули, за Винланд, за нас. Финальное сражение, да? Да-да! Сам Жова двойка предлагает. Он вот накидывает погоняться, но это нам не интересно. Мчим, друзья, мчим к финальному заданию. Остались, конечно, еще немножко непройденные второстепенные задания. Но это все. Тоже я думаю, что сейчас я немножко займусь прокачкой. Положу в меню прокачки. Ну, вам это может быть не совсем интересно. Поэтому, как бы, я думаю, это можно оставить будет за кадром даже. Так, ребята, я подхожу к штабу правительства. Момент настал. Теперь я их всех уничтожу. Очень рекомендую ехать на хищнике. Иначе сторожевые башни правительства размажут тебя по пустошам. Сам знаю. Это я так, тебя проверить. Ну, еще довольно-таки далеко ехать. Сторожевые башни правительства размажут меня. Вот только я их не вижу. Что тут размазывать? Может, внутри там где-то, в какой-то горе. Включен безопасный режим. Нужен ручной ремонт. Вот такие вот виражи в конце устроили. Ладно, ребята. Всем спасибо, кто смотрел. До новых встреч. Не забываем подписываться на канал. Еще раз повторяю, много еще интересного будет выходить. Уже много чего интересного есть, поэтому... Я снова в деле. Всем до новых встреч. Нас занесло какие-то деребасы, блядь.